Ты должен мне помочь. Да, да, конечно. Агустин. Да, пожалуйста, выясни, в чем дело. Он в комиссариате у Аривала. Ясно, ясно. Успокойся, успокойся, я этим займусь. Пока. Ты посмел влезть в мою комнату? Успокойся, я все объясню. Очень на это надеюсь, пока я не понимаю. Я хотел проверить твою реакцию. Ты думала, это Диего? Да, я оденусь и поговорим. Валерия. Ты что тут делаешь? Ты знаешь, в какой больнице лежит Трини? Хорошо, договорились, тогда жди меня у входа. Я тоже тебя люблю. Все, пока, целую. Пока. Ты гораздо лучше выглядишь. Нет. Мне здесь плохо. Хочу домой. Трини, ты не можешь уйти. Сейчас самый трудный период. Если ты его выдержишь, дальше будет легче. Со мной плохо обращаются. Не может быть. Я понимаю, как тебе тяжело, но ты должна. Должна постараться. Нельзя так сразу все отобрать. Они не знают, что это такое. Трини, пойми. Они хотят только одного, чтобы ты выздоровела. Куда поедем? Я так хотела тебя увидеть, что уже забыла. Ну, а все-таки? Куда-нибудь, где повеселее. А то я уже устала от сидячей жизни. Хорошо, я к вашим услугам. Только сначала поцелуй. Диего, куда ты меня привез? Когда-нибудь я тебя в парк аттракционов свожу. Здорово, я там последний раз была лет в 10. Так давно. Когда я начинаю думать о том, сколько всего случилось за это время, мне кажется, что прошла целая вечность. Но мы ведь не будем грустить, нет? Нет. Хочешь чего-нибудь? Если скажу, ты будешь смеяться. Попробую угадать. Мороженое? Нет. Холодно, да? Вафельные трубочки. Воздушную кукурузу. Кукурузу. Вот видишь, смеешься. Значит, попкорн. 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 Пойду куплю тебе много попкорна. Диего!
Ты в порядке? Помощь не нужна? Нет, спасибо. Он хотел вас убить. Специально ехал прямо на вас. Я успела заметить номер. Вы сможете на него заявить. Вот, возьмите. Спасибо. Спасибо. Это была серая машина, и теперь у вас есть номер. Заявите. Спасибо. И осторожнее. Спасибо. С тобой точно пойдем. Все в порядке? Извини, Маркос, извини, но сегодняшний сеанс придется отменить. Я иду с папой в суд. Помнишь, я тебе говорила? Прости. Да, ну, может, и я могу быть чем-нибудь полезен. Давайте я вас подвезу. Отлично. Очень любезно с твоей стороны. Ты не против? Нет. Поехали, а то опоздаем. Поехали. И не забудьте позвонить, как только все прояснится. Да, дорогая, это первое, конечно, что я сделаю, мамочка, не волнуйся. Помните, мы будем с нетерпением ждать известий. Все, пока, до свидания. Поехали. Удачи, дорогой. Болей за меня, до скорого. Пока. Счастливо. Номер машины, это вам понадобится, если будете подавать в суд. Что ты здесь делаешь? Ты уже знаешь о папе? Да, да, конечно. И кто же тебе рассказал? А тебе какое дело? Лучше скажи мне, это твоя машина? Валерия, твой отец вот-вот придет, так что... Твоя машина. Да, моя. А что? Диего, что с тобой происходит? Ты не узнаешь машину, Валерия? Валерия, прошу тебя, неужели мы будем это выслушивать? Тебе еще не надоело плести эту чушь? Подожди, подонок, сейчас ты у меня получишь. Деньги, прекрати, перестань. Ты что, ослепла? Посмотри получше на эту машину, неужели не узнаешь? Нет, не узнаю. Когда это случилось, я отвернулась. Она была серого цвета, какая-то женщина записала ее номер. Это тот пойдем, самый номер. Валерия. Отпусти ее, отпусти. Прекратите, хватит, хватит, довольно. Дорогой, не будь таким ревнивым, это мой врач. Я люблю только тебя, тебя одного, понимаешь? Валерия, могу узнать, что происходит? Что все это значит? Ну, вы же сами видите, он опять пристает к Валерии. Слушай, ты советую тебе помолчать. Перестаньте ругаться, пожалуйста, прошу вас. Что ты здесь делаешь, Диего? Сегодня у меня радостный день. Я снова обрел уважение своих учеников, потому что мне удалось вырваться из ловушки, которую поставил твой отец. Почему ты хочешь все испортить? Альберто, у него не было таких намерений. Прошу, не вмешивайся, Паула. Почему? Пусть скажет. Паула знает, что я рад не меньше других тому, что вы вышли на свободу. Не будь цельником, не надо. Поехали, Альберто, пожалуйста. Да, ты права, лучше уехать. Да, поехали. Идем, Валерия. Поехали. Я люблю тебя. Люблю. Едем, Валерий, прошу тебя.